Испытайте разряд в 220 вольт на этом красавце. Весьма неплохая моделька для активных каталок, хотя переклюки могли быть и получше. Зато вполне приятная гидравлика на тормозах. Велосипед годится для занятий спортом, фитнесом, катаний по паркам, в лесу и на даче. В целом оборудование начального уровня именно для новичков. Велосипед рассчитан на это. Хотя не надейтесь на снисходительность производителей. Седло подарит попе массу незабываемых ощущений. Зато откроет потенциал для высокого КПД и педалирования. Так что вел больше для катания, чем для прогулок. Конечно, суровые трассы ему не по зубам, а вот скоростные каталки выходного дня вполне подойдут.